целом я очень люблю длину меди. Я считаю, что она самая удобная, она очень женственная, она практически всем подходит. И вот как раз такие варианты платьев можно надеть на коктейль, на прогулку, на каждый день. Можно с кедами сочетать, с каблуками, можно на вечер. В этих платьях я ощущаю себя свободно, легко, женственно, комфортно. Могу целый день в них бегать, могу прыгать, могу танцевать. И я люблю такие наряды, которые дают мне свободу. Особенно важно для меня в том числе то, что все эти наряды созданы с пониманием того, как функционирует наша природа. Они созданы из переработанных материалов. И мне кажется, что когда их надеваешь, когда их носишь, ты в любом случае чувствуешь некую гордость за то, что ты помогаешь этой планете, как минимум, в собственном лице. Лично для меня осознанная мода – это о том, чтобы пробовать по-другому смотреть на процесс создания и употребления одежды. Это об использовании новых экологичных материалов. Как, например, в коллекции этой H&M Conscious есть такой материал, как Orange Fiber из побочных продуктов производства цитрусового сока. То есть, мне кажется, в целом, еще лет 10 назад это было достаточно неожиданно, и сказать такому человеку, мне кажется, многие бы не поверили.